Строительство многоэтажки, которое началось на земельном участке вблизи ледовой арены в речном квартале Вологды, вызвало вопросы у жителей домов по улице Лесобиржевой. На месте разъяснения дали представители департаментов градостроительства и городского хозяйства. Несколько лет пустырь в прибрежной зоне использовался жителями для доступа к остановке. Начавшаяся стройка лишила возможности прохода по участку. С 2015 года эта земля находится в частной собственности у строительной компании. В июне она получила разрешение начать стройку. Проектом предусмотрено возведение 14-этажного жилого дома. Правомерность строительства решено обсудить на следующей встрече, к участию в которой пригласят надзорные органы. Приглашаются все заинтересованные организации, которые могут нам помочь разобраться в данной ситуации. Это и экспертиза, которая проводила экспертизу проектной документации. Это стройнадзор, который осуществляет контроль над строительством объекта. Это Росреестр, который регистрирует права собственности на земельные участки и имущество. Это прокуратура, это сам подрядчик. Дату встречи назначили на 31 июля. Интересы жителей будет представлять инициативная группа. Состав ее уже сформирован. Марина Березина, Михаил Прищев, Вологда РФ.